16 человек. Бойцы сил специальных операций почти двое суток сдерживали натиск сотен боевиков. В итоге отстояли стратегически важный рубеж, обратив исламистов в бегство. Все это без единой потери. Всем бойцам подразделений специального назначения. СП-1, я на месте, круто пошла. СП-2, понял тебя. Прикрывай, начинаю работу. Специалисты, мастера своего дела, действуют уверенно, безошибочно и смело, днем или ночью. Если вдруг пришла беда, они всегда к бою готовы, и любой знает, когда автомат в твоих руках, на твоем теле броня, то твои понты, поверь, тут не решает ни рубля. У тебя бабла навалом, в гараже люксовый Порш, но какая им цена, если выполнить не сможешь задачу боевую, где придется попотеть, чтобы результат на максимум и минимум потерь. Когда сто пудов уверен, что свои прикроют спину, будут с тобой до конца и в бою точно не кинут. У них тоже есть родные, близкие, семья, но они идут вперед, повторяя, кто если не я, кто если не мы, решит все эти проблемы. Здесь только такие парни, и таким нету замены. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Ты их лицо даже не знаешь, тех, кто за тебя воюет, пока ты прожигаешь жизнь беззаботную свою. А они всегда в строю, кровью и потом добиваются победы. Свои молодые годы отдают командировкам, где боев горит пожар. Свои силы не жалеют на опасных рубежах. От таких лучше бежать, если ты не за добро. Они плохих ребят находят очень быстро и легко. С приглашения в окно залетают целые группы от боевиков, оставляя горы трупов. С ними лучше не шутить, на их лицах нет улыбки. Черные маски шлема, за забралом глаз не видно. Ищут тут убитых и задержанных бандитов. Огромный опыт спецопераций и локальных битв. Щитами страны надежная защита. Это спецназ, это элита. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи, своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Того, чтобы мы жили.